Alleluia, 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 алleluia. Да, друзья, доброе утро всем, кто подключился, кто подключается, пока не вижу, кто подключился, но по вере уже говорю. Вот, значит, я место из Писания выбрал для сегодняшней трансляции из Римлян, 11 глава, 26 стиха, там фрагмент, как раз, что весь Израиль спасется. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Благодарю Бога Всемогущего за этот текст, за 11 главу к Римлянам, вообще за послание к Римлянам, вот, которое изучаем, которое действительно открывает глаза на очень многое для нас. Слава Богу за всю Библию Нового Завета, Ветхого Завета, все Писания, всю Тору. Торой мы называем порой именно Пятикнижие Моисеева, первые пять книг Библии. Но Торой также порой мы называем и вообще все Писание, все Писание. Вот, в том числе и Новый Завет, и послание к Римлянам также. Вот, поэтому как новозаветные верующие, как мессианские верующие, там мы называем порой Торой, вот все Писание. В традиционном иудаизме Торой также еще называют еще и устную, так называемую Тору, предание. Вот, но это наподобие того, что в традиционном православии, к сожалению, да, существует католицизме, когда предание ставится на одну полочку с Писанием. Тоже есть такое, как бы, к сожалению. Но в устном предании, будем так говорить, да, значит, в устной Торе, допустим, и в преданиях там православной церкви, католической церкви, есть много и хорошего, конечно, безусловно, многие вещи, вот, и из традиции иудаизма, из традиции христианства я с удовольствием беру, тем более сам, как православный священнослужитель, безусловно, я просто, ну, обязан это сделать, на самом деле, просто обязан, на самом деле, знать, по крайней мере. Вот, но многие заблуждения я как раз разъясняю, которые как раз проистекают из преданий человеческих. Вот, и порой вот эти вот предания человеческие, они очень сильно разнятся, отличаются от того, что Бог дал нам в Писаниях, что Господь написал сам, и что Бог дал нам, открыл в Писаниях пророков. Это действительно такой очень серьезный конфликт. И вот и на сегодняшней утренней молитве я просто хочу как раз вспомнить такой эпизод в той же 11 главе. Значит, там сейчас я вот открою для себя здесь, у меня программа, цитата из Библии называется. Аллилуйя. А, вот, в 17 стихе есть написано, интересно, в синодальном переводе, да, так говорится. Да, если же некоторые из ветвей отломились, вот, да, и в Писаниях однозначно говорится, что не все евреи отпали, апостолы кем были, конечно же, евреями. Вот, и, значит, и далеко не все иудеи, вот, не поверили в Иешуа как Машиаха, многие поверили, но некоторые, которые не поверили, написано, да, отломились, как бы, сравнение такое живописное, такое очень красивое, отломленные ветви, да. А ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Вот, ну, вот это вот на место их, да, но... Буквально в оригинале там «среди них» имеется в виду, «среди них». Синодальные переводчики все-таки переборщили, конечно, серьезно. Ну, понятно, почему переборщили, потому что предание, значит, давлело над ними, потому что предание, ложное человеческое предание, говорящее, что якобы все,
А теперь, ну, теория замещения, одним словом, такая, ну, классическая теория замещения, что вот евреи отпали, теперь мы на место их насаждены. На самом деле не на место их, а среди них. Среди них. Вот так вот, друзья. Вот, и так что, дамы и господа, весь Израиль спасется. Молюсь сегодня, вот у нас 9 числа, позавчера, да, была молитва, такая общая молитва, общецерковная молитва за выборы, о выборах в Израиле. Да, я снова и снова, паки и паки, поздравляю Бенджамина Нетаньяху, Биби, поздравляю всех. Также Лихуд поздравляю, вот, сочувствую, часто молюсь за эту партию, молюсь за Биби, молюсь за его семью, благословляю их, особенно, конечно, вот позавчера. Особенно моя молитва была за него, за эту партию, за действительно, и за выборы в целом, за выборы, чтобы были мирными, чтобы без эксцессов было все. Слава Богу, Господь сохранил Израиль в день выборов, вот, и все было благополучно, люди дали свои голоса, вот, наши евреи, русские евреи, конечно, опозорились, большинство, не многие очень опозорились. Может, не большинство, но многие опозорились. Потому что была бесплатная, халявная такая услуга. Транспорт бесплатный был по Израилю. Пожалуйста, можно было кататься бесплатно. Вот, значит, и многие наши евреи воспользовались этим. Вот, все-таки совковая халява, она здесь сидит в голове. Да, значит, и поехали по своим делам, значит, использовав вот эту возможность бесплатного такого путешествия по Израилю. Но благодаря этому, вот как бы, вот многие наши, как говорят, совки там, да, или русские там, здесь мы евреи, а там мы русские, вот, не проголосовали. А может, даже к лучшему все это, слушайте, иначе бы могло бы быть... как-то не очень-то хорошо. Ну, одним словом, Бог все во благо обращает, даже вот это вот, даже вот эту вот совковую жадность, такую, значит, халяву. Кстати, слово халява — это тоже ж еврейское слово, да. Произошло от, по крайней мере, от еврейского халяв. Халяв, халяв. Эрецават халяв, халяв он ваш. Помните, да, песню? В этой земле течет молоко и мед. Халяв, молоко. Халяв, молоко. И когда, допустим, в шаббат, да, в субботу, значит, еврейские женщины не доили коров, но звали соседок, пожалуйста, ну, можно было гоим отдать это молоко, другим народам, то есть, да, нет проблем. И поэтому, значит, звали соседок, украинских женщин или белорусских женщин, ну, где в черте оседлости проживали многие евреи, вот, и говорили: халяв, 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 халяв. То есть, значит, ну, вот молоко, молоко, забирай молоко. И украинские женщины или белорусские женщины шли, значит, доили коров этих и забирали это молоко себе бесплатно. For free. И знали, что, значит, каждую субботу можно у евреев взять бесплатно молоко. Вот поэтому и выражение пошло — халяв или халява. Вот, знали об этом, не? Вот, но многие слова в разных народах, они как раз корнями уходят в еврейские, вот эти древние слова. Да, а песня прекрасна о молоке и меде. Как раз перед причастием можно это спеть. Эрец завод халяв, халяв он ваш. Эрец завод халяв, халяв он ваш. В этой земле течет молоко и мед. В земле, в этой земле течет молоко и мед. Эрец завод халяв, эрец, да, эрец завод халяв, халяв он ваш. 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 В этой земле течет молоко и мед. В этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед. Многие исследователи считают, что это очень древняя песня, и даже, возможно, из всех еврейских песен самая древняя.
сохранившиеся до наших дней. Говорят, предание нам говорит, что во время Великого Исхода, когда наши отцы шли по пустыне 40 лет, они напевали, этот мотив рождался там, в пустыне. Они шли, топали по этой пустыне, ходили 40 лет, и пелось это «Эрец Завад Халяв, халяв он ваш, в этой земле течет, молоко и мед в этой земле течет, молоко и мед в этой земле течет». Молоко и мед в этой земле течет. Молоко и мед, эрец завад халяв, халяв он ваш. И они шли, ходили и мечтали уже об этой новой земле, земле обетованной. Аллилуйя. И пустыня была обитаема, друзья. Да, хлеб ангельский мы ели 40 лет подряд, друзья. Каждый Божий день выпадал. Ну, кроме Господнего Божьего дня, субботы, да, выпадала манна, хлеб ангельский. В пятницу выпадала двойная порция, вот, и ходили по пустыне, и в пятницу была добавка у нас такая, серьезная добавка. Вот, и пели песню «Эрец завад халяв, халяв он ваш, в этой земле течет, молоко и мед, в этой земле течет, молоко и мед». В этой земле течет молоко и мед. 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 В жизни моей течет молоко и мед, в церкви моей течет молоко и мед, в жизни моей течет молоко и мед, в Божьей семье течет молоко и мед, в Божьей семье течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет. Молоко и мед. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кстати, мед у меня есть, вот молока нет. Надо будет молочка сегодня купить вот и сделать такое молоко и мед. Аллилуйя. Да, друзья, благословляю всех вас. Доброе утро, кто подключился. Напоминаю, что место из Писания, которое сегодня утром вот так вот зачитывал и зачитываю, это из 11 главы послания апостола Павла к римлянам. Римлянам 11 глава, и вот цитаты некоторые я уже выставил из 11 главы, так выборочно, здесь вот на трансляции уже. «Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал». То есть мы должны понимать, что Бог наперед знает уже все, поэтому он не ошибается. Когда он призывает кого-то, да, он не ошибается, тем более народ целый призывает когда. Поэтому когда он тебя призвал, он не ошибся. Он не перепутал. Вот. И дары его непризвания непреложно написано здесь вот тоже в этой же главе, в 11. Вот. Ожесточение в Израиле отчасти произошло, да, написано, до времени, пока войдет полное число язычников. То есть даже в этом Божий какой-то удивительный расчет, Божий какой-то удивительный промысел есть вообще. Удивительно, конечно. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, от Израиля. Яков, Израиль. Ибо дары и призвания Божьи непреложны. Да. Да, и вот, ну а в завершение этой 11 главы прекрасный такой гимн. Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Ибо все из тебя, тобою и к тебе, и тебе слава во веки. Аминь. Боже, благодарю тебя, Господь, что все из тебя и тобою все, тобою и к тебе. Боже, это тайна, Боже, действительно великая тайна. Нам, живущим во временном измерении, в временном мире, действительно непостижимое человеческому уму здесь,
на этой земле таинство вечности, тайна вечности, тайна бытия, вечного бытия. Здесь на земле, да, братья, сестры, мы же имеем начало, конец, да, здесь момент рождения, смерти, здесь все имеет начало и конец, здесь все временно, здесь все в этом временном измерении проистекает, проживает. Само время – это творение Бога, одно из прекрасных творений Бога. Все, что Бог творит, это прекрасно. Хотя неверующие люди это порой представляют себе как проклятие. Вот, и даже есть такое выражение «убивать время». То есть неверующие обычно убивают время на самом деле. Вот, не ценят время, не дорожит временем. Одна из таких ярчайших характеристик человека неверующего – это как раз неспособность ценить время, дорожить временем. Вот. И наоборот, одна из таких ярких характеристик верующего человека – это как раз уникальная способность ценить время, дорожить временем. Вот. Одна из характеристик неверующего – это как раз желание убивать время. Вот. А одна из характеристик верующего человека, таких очень сильных характеристик верующего человека, это как раз время ценить, дорожить и максимально его реализовывать в этом времени, в любом времени. Вот, это очень важная характеристика. Вот, хотя некоторые люди неверующие, да, допустим, они имеют способность эту, да, значит, ценить время, это доказывает лишь то, что Бог заложил в нас, в человеков, вот эту природно заложил в нас при нашем сотворении эту, действительно эту, это желание время реализовывать, ценить время, дорожить его творением, как и всем его творением. Вот, и относиться к этому заботливо, по-хозяйски, относиться к этому действительно как человек разумный относится. Вот, и даже человек неверующий, но если он честный, порядочный человек, то в нем обязательно вот это вот заложенное внутри Богом, Творцом свойство, оно проявляется обязательно, друзья, братья и сестры, слава Господу, аллилуйя. И наоборот, значит, да, вот тоже можно примеров привести много, да, вот, когда человек, он непорядочен, не честен, то вот это природное, заложенное Богом самим способности, ответственности, понимание, оно притупляется и вообще атрофируется, или вообще не развивается даже никак. Вот, это печально. И такой человек обычно уже на последнем вздохе, где-то перед смертью, он лишь только может сожалеть о бесценно прожитой жизни. Вот, это весьма печально, конечно. Я знаю, о чем говорю, потому что я умирал таким образом, я знал. Вот, значит, я знаю, что такое смерть без Бога, я знаю, что такое смерть уйти с этой земли, не зная вообще, что Бог существует в природе. Вот, в неполных 13 лет я пережил, да, почти 40 лет назад пережил вот это чудо, да, значит, встреча с Господом. Вот, и с того времени я, скажу так, научился дорожить временем. Вот, и хотя, опять-таки, в процессе жизни порой это притупляется, но когда мы погружаемся в Бога, я заметил, когда мы, чем сильнее мы активнее погружаемся в Господа, а Господь погружается в нас, тем мы более и более начинаем дорожить временем. Вот, и наоборот, если мы на поверхности лишь болтыхаемся, как бы, да, вот, значит, и не хотим в глубину погрузиться Господа, вот, соответственно, и Бог у нас мало погружается-то, значит, как бы, значит, и нет этой печати Духа Святаго, да, вот, в жизни верующего, и познал Господь своих, и доступит от нечести на всякие делающие, исповедующие имя Господне, аллилуйя. Вот, то тогда, значит, действительно, тогда, ну, печально все это, конечно, как малосоленый огурец, я его сравниваю, да, малосоленый огурец. Вот, потому что баптизу, я напоминаю, да, использовался раньше для описания соления огурцов. И малосол баптизу не называли греки. Вот, а баптизу называли только просоленый уже огурец. Так что, товарищи огурцы, просаливаемся, дамы и господа. Не просто, чтобы на шкурке была сольца, а чтобы внутрь, имейте соль в себе, в Новом Завете говорится. Не просто на шкурке, а внутри себя имейте соль. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. Все из Тебя, Господь, с Тобою и к Тебе. Тебе слава во веки. Аминь. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за эту тайну. Человеческому уму в земном нашем временном измерении, этом временном измерении непонятную, но которую мы просто принимаем верою. Принимаем верою то, что Ты не ошибаешься. Ты
вечный Бог, и все от тебя, тобою и к тебе. Я не знаю, как это, не знаю. Я просто лишь доверяю тебе и твоему слову доверяю, тому, что ты сказал, Боже, и действительно соглашаюсь с этим и благодарю тебя за все. Просто благодарю за твою любовь. Благодарю тебя, Отец Небесный, сегодняшним этим утром за твою великую любовь, Господь, к роду людскому. Благодарю тебя, что в семье народов нашей планеты ты создал еще один народ, избрав Авраама, да, вчерашнего язычника Авраама, сделав его Авраамом, от Авраама родив Исаака, от Исаака Якова, от Якова родив патриархов, от патриархов весь остальной народ Израиля. Боже, ты создал еще один народ, вывел еще один народ, явил еще один народ, хотя, казалось, и так много народов уже проживает на этой земле. Но ты явил свой народ, проявил свой народ, родил свой народ и призвал свой народ для великой миссии спасения рода человеческого. Благодарю тебя, что в этой великой миссии, по-человечески невыполнимой миссии, но тобою выполненной великолепно и еще исполняемой миссии. Боже, Иисус Христос, Иешуа Машиах, Твой Сын, Агнец Твой, наш Господь Спаситель, является ключевой фигурой. Спасибо Тебе, Господь, что в этом деле спасения так оно и сталось. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, этим утром, в этот утренний час, весь Израиль спасется. Я не знаю как, не знаю почему, не знаю зачем, не знаю вообще. Я лишь, Боже, догадываюсь, почему, зачем и как, но хо, Ты – великая тайна бытия, Ты – великая тайна вечности. Все из Тебя, Тобою все. И к Тебе, хо, и Тебе слава, Боже великолепный, Боже великий, Боже счастливый, Боже святой, Боже мой, Отец мой, Тебе слава вовеки, аминь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя за Иисуса Христа, мой Бог и Царь. Благодарю Тебя за Машиаха, мой президент Машиах. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю за кровь Машиаха, за кровь Иисуса Христа, Машиаха и Иешуа, который омыт им от всякого греха. Как это происходит, как это произошло? Великая тайна, Боже, я не понимаю, но я просто принимаю верой это, что кровь Христа тогда, 2000 лет назад, была пролита за меня, живущего сегодня здесь, вот, в 21-м столетии, в этом временном отрезке. Боже, но я принимаю также верой и то, что Библия Твоя говорит, что Агнец от века закланный. Как? Я не понимаю. Я просто принимаю это верой, и что действительно это вечный завет, и он свершился в вечности. В твоем более реальном мире. А в нашем реальном тоже мире, но не таком реальном, как твой реальный Божий мир, это произошло 2000 лет назад, на Голгофском кресте, и есть масса свидетелей. Описано в Евангелиях все это. И мы это поем в православных храмах. Каждую неделю поем. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем. Ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем. Имя Твое
прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресении Его, распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой своей милости. Аллилуйя! Христос умер за нас. Христос пролил свою кровь за нас. Иисус Христос был погребен. Иисус Христос воистину воскрес из мертвых. Христос вновь грядет, и мы говорим: «Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь, слава Тебе!» Аллилуйя, 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 слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь. И доколе Он придет, мы смерть Господню возвещаем, аллилуйя. О, и сегодняшним утром я возвещаю смерть Господа Иисуса Христа, моего Спасителя. Возвещаю смерть моего Спасителя, аллилуйя, и радуюсь. Возвещаю смерть моего Спасителя Господа и радуюсь. Почему? Потому что кровью Иисуса Христа, смертью Его, святой кровью Агнца Божьего, я спасен, я исцелен, я благословлен всеми благословениями небес ныне. Аллилуйя, аллилуйя. Жертвой святой Агнца Божьего я возвещаю, провозглашаю везде смерть моего Господа Иисуса Христа, как величайшее чудо спасения рода людского. Ибо Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, слово примирения, тело и кровь Господа моего, Спасителя моего, Иисуса Христа, тело и кровь моего Спасителя Господа, удостоверение всему миру, что Бог, возлюбив мир, отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я верующий в Него, и потому я не погиб, но имею жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Воскрес Иисус из гроба, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой своей милости. Христос воистину воскрес из мертвых, и возвещение смерти Его – это жизнь для всех и вся. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Спасибо! Иисус, спасибо! За все спасибо! Мой Царь, спасибо! Спасибо! Спасибо!
Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо! Господь, спасибо! Иисус, спасибо! Христос, спасибо! 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо! Иисус, спасибо! Царь мой, спасибо! Брат мой, спасибо! Спасибо, друг мой, спасибо. Аллилуйя! Благодарю, что спасенье мне дал, и за меня жизнь свою ты отдал. Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, брат мой и друг мой, Господь, Целитель, Освободитель. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю за милость Твою, за благодать Твою. Боже всемогущий, этим утром восхваляю Тебя, Господь. Принимаю это таинство, тайна тела и крови Господа моего Спасителя, Иисуса Христа. Братья и сестры, примите тело Христа, вкушайте, пейте кровь Господа Иисуса Христа, налейте себе сока, возьмите себе хлеба или просто воды, воды и хлеба, налейте воды себе, возьмите хлебушка, кусочек, вот и вместе приломим хлеб сегодняшним утром, в начале этого дня, уже в продолжении этого дня, потому что в гражданском календаре начало дня, в библейском продолжении дня, потому что вчера вечером, вечером начинается день в библейском календаре, а утром продолжение этого дня. Поэтому в начале дня или в продолжение этого дня, скажу так, совершим это причастие и Евхаристию. Вот, и поблагодарим Господа за все. Спасибо Тебе, Господь. Кровью Иисуса Христа я спасен, исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Слава Тебе, Царь мой. Ешьте, пейте на здоровье, дети Божьи, святые и праведные чада Творца Небесного Отца. Аминь. Кушайте. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя за кровь святую, Агнца Твоего, Аба, Отче, Авину Малкейну Мшеба Шамаим, Отец мой, Царь мой, Бог мой, который на небесах. Благодарю Тебя за любовь Твою, которую Ты доказал на Голгофском кресте, отдав Сына Своего, кровушку Свою за нас отдав. Единородного,
чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Абба, Абба, Отче, папочка, папа, папуленька, отец, Абба, Отче, Абба, Авину, Абба, Авину, Абба, Авину. Благословен Господь за жизнь мира, отдавший свою жизнь. Лехаем за жизнь. И весь Израиль спасется. Аминь. 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 За Голгофу, за кровь. Аллилуйя, аллилуйя. За крест и гроб. И воскресение Твое. О, за любовь Твою. Я Тебя благодарю за воскресение Твое, за жизнь вечную благодарю. Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Творец неба и земли, благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, брат мой, друг мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной. Утешитель мой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. За жизнь вечную. Бесконечную жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя, аллилуйя. Иван пишет здесь, брат Черкашин, да, благословляю брата Сергея Журлева, молюсь за его служение. Спасибо, спасибо, брат Иван, спасибо, спасибо. Вот, благословляю тоже вас, ваше служение, ваш дом. Вот, благословляю сегодня свою семью сейчас, в завершение этого прямого эфира с утренней молитвы в нашей Киевской архиепископии. Благословляю вас во имя Господня, во имя Иисуса Христа, ваши дома, родных, ближних, ваше служение. Вот, сегодня вечером подключайтесь в 6 часов вечера по киевскому времени. Подключайтесь, значит, продолжаем говорить о Пасхе, продолжаем молиться. Предпасхальные такие беседы. Слава Богу. Напоминаю, что сегодня уже 6 число месяца Нисан, месяца Авив. В гражданском календаре 11 апреля 2019 года. А в библейском исчислении вот сегодня 6 число месяца Нисан. 3331 года от нашего исхода. Или же, если от нашего пращура, от нашего праотца Адама, то 5779 с половиной год. Пусть Бог благословит вас всех. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской православной церкви Христа Спасителя, Божьей милостью и благодатью,
Сергей Журавлев, архиепископ. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. С миром Божьим. Благословенного дня. Благословения Господних всем вам. Аллилуйя.